На сайте Петра Порошенко сегодня вечером появилась петиция с требованием отобрать звание Героя Украины у депутата Верховной Рады Надежды Савченко и отправить ее на обследование к врачам. Сама она спустя сутки после нашумевшего призыва к примирению между Киевом и Донбассом высказалась уже на другую тему. В интервью для радиокомпании «Немецкая волна» Савченко заявила, что не хочет, но может и должна стать президентом Украины и что править будет жестко. Чтобы изменить полномочия, структуру страны, перезапустить законы, чтобы они действовали для людей, побороть коррупцию, надо стать таким диктатором, который держит все в своих руках. Для того, чтобы вернуть эту власть народа и сделать так, чтобы больше никогда власть у народа не забрали. Необходимость диктатуры на Украине депутат подтвердила и в другом интервью киевскому каналу 112. Там Савченко добавила, что правительство Владимира Гройсмана только имитирует работу, и единственный способ это прекратить, цитата, «снести голову». А каналу News One она сказала, что уже, наверное, будет организовывать революцию на Украине, если до этого дойдет дело.